Скучаешь? Я не умею скучать. По-моему, скучать значит ждать, что вернется. Но ничто не возвращается. А ты не слишком холодна? О, правда, нет тебя. Это... А, ты мой сладкий! Ой! Ой, какой ласковый малыш! Тимур, тапотя, тапотульки, тапотыль. Тимур, гали-гали-гали. Ой! Хороший мальчик. Ты такой сладкий, корги, ласковый малыш. Вот ты любишь, пока, мальчик, пока. Ты опять ко мне? Пока. Ротой. Ты снова здесь. Хорош. Его уже посадили на поводок, чтобы он меня не поцеловал. Но я помню о тебе. Спасибо тебе еще раз, что ты рядом. Так, ребятки, привет. Посмотрите, какую красоту я приехал. На, вообще круто. Я приехал на съемки, но они вообще в другом конце города. И вот здесь такая прям зелень, здесь птички поют, так все круто, я сейчас покажу, там какие кустарники интересные. В общем, блин, азиатская, конечно, зелень, природа Азии, блин, здесь не сравнится ни с чем. Такого, конечно, у нас, блин, не увидишь. Ну, блин, мне нравится. Здесь вообще субтропики, но летом, те, кто живет, да, в этом климате, знают, что здесь безумно жарко, здесь очень повышенная влажность, кто был в Таиланде, в принципе, тоже поймет что-то наподобие этого. Безумно жарко летом. Сейчас идеальнейшие просто условия для того, чтобы заниматься своими делами. Но ночью, конечно, прохладно. То есть ночью прям люди ходят в теплых куртках. Я вчера ездил, ну, прям на байке и ночью, и очень холодно. Вот, поэтому одевайтесь обязательно теплее. В Питере я смотрю там сторис своих ребят, на которых подписан. Там вообще жесть. Там выпал снег. Я не знаю, что у нас творится вообще с климатом, с переменами этих, я не знаю, полюсов. То, что там в апреле выпадают у нас такие снега, ну это жесть. Что у нас сегодня интересного? Да много, в принципе, чего. Сейчас будем начинать. Так, пока принцип перерывчик. Можно пойти в магаз. В общем, китайцы мне сделали мейкап. Сами видите, да, на кого я похож. Еще пятно так и не замазали, точнее замазали, но вообще другим цветом. В общем, ну у них есть чему поучиться у наших русских. Блин, ну это жесть на самом деле. В общем, выхожу я, освободился. Думаю, ну сейчас поеду домой. Приеду, схожу в зал, потом запустим наш розыгрыш. В итоге смотрю на время, 18 часов. Просто-напросто дня нету. В 9, помню, проснулся. И сейчас смотрю на время, 18. Капец, вот когда, в принципе, занимаюсь тем, значит, чем-то полезным, просто-напросто время улетает. В общем, ребяточки, проводите время с пользой, как говорится. Всем хорошего дня.